Булат Курамшин, только что зачисленный в Химический институт Казанского федерального университета, завоевал золотую медаль 48-й международной олимпиаде по химии. Данное мероприятие прошло в Тбилиси. В ней приняло участие всего порядка 80 стран. Значит, каждая страна выставляет по 4, но некоторые меньше участников. То есть всего там соревновалось порядка 220 участников. Участие в международной олимпиаде требует высокого уровня подготовки и больших знаний в области химии. Чтобы победить, Булату Курамшину предстояло пройти довольно сложный путь. В 9 классе еще он побеждал в республиканской олимпиаде, у нас региональный этап есть, вся российская олимпиада. Затем он победил в заключительном этапе, стал победителем олимпиады. На следующие 2 года ему удавалось вновь становиться победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады. И вот по итогу в 11 классе уже, те, кто побеждает в 11 классе в заключительном этапе, их приглашают на отбор официальной команды России, которая проходит в Москве в МГУ. И там уже ему удалось попасть вот в эту четверку. Молодой химик Булат Курамшин принес честь и славу не только себе, но и Казанскому федеральному университету. Регина Фахрутдинова, Рамиль Бикбаев, Универньюз.